Добрый день, дорогие друзья, уважаемые земляки, жители Республики Саха, Якутия, спортсмены, судьи. My dear friends, I am glad to see you. Ютюхүнен күнде бирдойду лақтарым Сахасирин олықты ақтыра. Спортсменнар, судьялар, оны ким спорду өбілүр. Джон Серге, барагыты негігіне саман сайын салалан кәлбет, үлін тунағы хүйақтарынан ити-итігі стенгнек әғаддаливин, оны барагытыгар үтүені, кәрені, жолу соргуну, дұровияны бағарарбын көңілден. Сегодня масс реслин вышел именно на международный уровень своей популярностью, своей зрелищностью. Очень быстро он завоевал такой авторитет, популярность практически во всех уголках нашей огромной планеты. Созданы федерации, которые привлекают молодежь, детей, и очень активно работают в этом ключе. Проводятся различные спартакиады, фестивали, чемпионаты. И мы в этом году уже проводим тоже рейтинговые такие соревнования. Три этапа Кубка мира. Первый этап Кубка мира очень глубоко символично, что он прошел в городе Хиве, Республика Узбекистан. Второй этап пройдет уже в Финляндии. Третий, заключительный этап мы планируем провести в городе Москве, столице нашей Родины, столице Российской Федерации. В следующем году, столетию нашей Республики Саха-Якутия, хотим провести во время национального праздника СЭХ чемпионат мира по масс-рестлингу. Дорогие друзья, мы объявили в честь Всемирного дня масс-рестлинга конкурс на лучший гимн, Международной федерации масс-рестлинга и эмблему. Так что просьба принять самое активное участие. Президиум подведет итоги. Дорогие друзья, в этот светлый день я еще раз всех поздравляю с этим замечательным праздником, Всемирным днем масс-рестлинга. Пусть будет у нас больше друзей во всех уголках нашей планеты. И пусть больше людей занимается масс-рестлингом. И пусть победит сильнейший. С праздником, дорогие друзья! Уруй Айхал, уруй Тускул!